Неожиданная и тем более радостная победа российской сборной над сильнейшим соперником командой Испании. Сегодня главная новость. Тренер Станислав Черчесов и вратарь Игорь Акинфеев стали буквально национальными героями. Соцсети пестрят поздравлениями и восхищением мастерством вратаря нашей сборной. Болельщики по всей стране, в том числе в Старом Осколе, радовались победе всю ночь. Смотрели, болели. Очень рады, что наши победили. Очень хотелось увидеть, конечно, голов побольше, но не пришлось. Надо сказать, что Акинфеев сделал эту победу, это однозначно, поэтому мы очень рады. Но я вообще ожидал, что 2-1 выиграют испанцы. Эмоций было столько, что выплескивались эти крики. Мы хозяева турнира, и поэтому считаю, что нам надо держаться до последнего. Игра вчера супер была. Впечатления были, да, до слез. Дальше пусть так же продолжают. Я верю, что сборная России займет первое место и станет чемпионами. Болели всей семьей, с детьми, с женой, переживали. Вот. Наши большие молодцы. Вот. Конечно, тяжело было выиграть у сборной Испании. Но эмоции были вообще потрясающие. Я ребенка своего старшего схватил, мы радовались, кричали, обнимались. Вот. Взрыв, такая энергия положительная получил. Все, конечно, было очень достойно. Одну из самых сильных команд наша сборная выбила испанцев. Просто взяли и доказали, что действительно у нас есть футбол в России, действительно есть хорошие футболисты. И наши футболисты умеют играть достойно за свою страну. Я смотрел футбол с папой, с мамой. И мы втроем болели за Россию нашу. Мы переживали очень сильно, чтобы наши победили. Но я думала, ничья будет. Я буду болеть за них, чтобы они заняли первое место. Я слушал по радио. Ехал как раз от родственников. И всю игру слушал всю по радио. Болел, конечно, переживал. Настрой был сразу, я вам скажу, что да, была надежда такая, что Россия победит, и она оправдалась. Хорошее настроение сразу, гордость за страну, что есть еще такие игроки хорошие. Футбол дома смотрела, очень понравилось, очень болела и очень была рада. Даже было очень удивительно, что Россия выиграла, это было прямо шок. Эмоций было очень много, очень радовалась. Перезвонила всем, кому могла. Вчера было огромное желание поехать в город, но просто мы реально понимаем, что ехать некуда. Нету ничего не организованного. Надо было как-то где-то надо было что-то ставить. Надо было на были что-то ставить. На стадионе можно было поставить. Стадион был бы полный. Посмотрите, большие города, все как. Мы что, хуже, что ли? Смотрели дома с женой. Просто бомба. Просто бомба. Россия! Результата не ожидали. Не ожидали вообще. Люба, красавчик, Акинфеев, король. Вначале мы сидели вот так, держались за голову, а потом... Это был огромный, приятный сюрприз. Это все. Мы будем чемпионами.